behind me, I feel. Вы знаете, я даже вот не прошу себе, то, что я когда позвонил, тот день пятницы, и я разговаривал с тетей Светой, она мне говорит, мол, Петерион, now for off, целый день что-то он это... Я говорю, ну, тетя Света, дайте я с ним поговорю. Не-не-не, он заснул, я не хочу его тревожить. А ночью они мне звонят, что он умер, понимаешь? Вот единственный день, который я с ним даже... Может, получается так, что не переговорил. Ну, значит, это было так суждено. Мы проводили очень много вместе времени. Он всегда, когда меня не видел, он мне говорил, Петя, собери ребят, приходи ко мне домой, сделаем проф. У меня очень много есть фотографий, которые мы сидим вместе. И я никогда не забуду, я как-то ехал делать плов для Дилюши домой. И я встретил Рафина Арматова, Мотиков, братишка. Я говорю, Рафи, мы собираемся совсем другие, вот там были и дядь Юра Чудя, там был Анна Ракеев, там был Миша, там был Илюшкин Ягар. Я говорю, слушай, приходи к нам невзначай, как будто бы ты просто пришел к дяде Илюше проведать. И получилось, что он пришел, он с нами сидел, он имел очень хорошее время. Стали вместе, мы покушали плов, все, сидели. И он мне говорит, Петя, спасибо большое, что ты меня, говорит, позвал на это, что мы вместе посидели. Я, говорит, очень люблю компанию, когда сижу с дядюшкой. И буквально, может быть, через 10-15-20, что дядюшка уходит. Понимаете, это был человек очень прямой. Может быть, я тоже пошел в него. Он не мог молчать, он никогда не любил, когда кто-то лживо о чем-то говорит. Он сразу на месте должен был этого человека смотреть. И он должен выпрямить остановку. Вот такой был у него характер. Но я вам скажу, он очень любил своих родных. Он очень любил своих детей. Он очень любил своих внуков. И как-то, когда умерла моя, каждый праздник у нас справляли мы, вот и Рош ха-Шана, Псхо, каждый день первый день, он всегда приходил к нам домой. И умерла моя мама. И он мне говорит, что я, говорит, пообещал своей дочке, первый день Псхо, мы должны пойти туда. Ну, эти, когда мама умерла, все эти, там,